Едем мы с вами по адресу 2393 Castilian Drive. Именно здесь, так сказать, по следам Мэрилин Монро и той истории, которую я рассказывала в своих предыдущих видео. Это Голливуд Хилл начинается. Мы находимся с вами исторический знаменитый Голливуд Хилл, где огромное количество фильмов было снято, так же, как, в принципе, куда бы вы ни поехали, в Лос-Анджелесе, так или иначе, были сняты какие-то фильмы. Моих первых видео, когда я открыла свой канал в июле, я посетила мемориал Мэрилин Монро, там, где она была похоронена. Это было, по-моему, даже самое первое видео. Потом еще одно видео. История дома на Хелен Драйв, который принадлежал Мэрилин Монро и который должен был подлежать сносу. Но, к счастью, эта история пока, она хотя и не закончена, но пока дом оставили в покое и все-таки, наверное, будут принимать решение о том, чтобы открыть там музей. Ну, это пока еще окончательного результата нет, поэтому я не хочу давать вам неправильную информацию. Вот, а дом, куда мы сегодня с вами едем, 2393 Castilian Drive, это называют Мэрилин Монро и Джо Димаджо Honeymoon House. Мэрилин Монро и ее второй муж Джо Димаджо прожили здесь всего 9 месяцев. Сам дом, я не знаю, насколько мы близко сможем к нему подъехать. Я знаю, что front of the house, фронтальный вид дома нам недоступен, потому что там как раз каньон и проезда туда нет. Все, что мы сможем увидеть, это лишь заднюю часть дома. И так как я уже сказала, дом построен в 1938 году. В то самое время в средиземноморском стиле. И примерно в 1952 году Мэрилин Монро начала встречаться со звездой бейсбола нью-йоркской команды Янкис Джо Димаджо. Они начали встречаться в 52 году. И в 54 году поженились и переехали в этот дом по вот данному адресу. Дом этот они не покупали, они снимали его в аренду. В доме находилось 18 комнат, 2 гаража, бассейн, башенная комната, 4,5 ванной комнаты с большой террасой. Впоследствии этот дом был продан почти за 3 миллиона долларов. Это было только в 2019 году. И, как я уже сказала, пара прожила в доме 9 месяцев всего. И даже кто-то посчитал по дням и сказали, что они прожили в доме 274 дня. Кстати, января 14 54 года Мэрилин Монро и Джо Димаджо поженились. Их брак продлился 274 дня. И затем состоялся развод. Мэрилин Монро обвинила Джо Димаджо mental cruelty, ну, в таком ментальном уничтожении ее. И, кстати, этот брак был большой ошибкой. По мнению многих и по мнению их самих, им не надо было вообще начинать все это. Брак не должен был бы состояться, так как он был обречен с самого первого дня. Но так случилось, теперь уже, так сказать, ничего нельзя вернуть назад. Кто-то говорит, что если бы был дан еще один шанс, и этот брак все-таки мог бы
выжить, то, возможно, Мэрилин Монро была бы жива, потому что все вот этот вот развод ей дался настолько тяжело. Если вы посмотрите фотографии Мэрилин Монро, именно вот после развода она была совершенно уничтожена морально, физически, эмоционально, истощена до предела. Это, кстати, очень заметно на фотографиях, потому что это было что-то, что потрясло ее на всю жизнь, и она уже так и не сумела оправиться от этого потрясения, от развода. Вскоре, в 61-м году, Мэрилин Монро вышла замуж в третий раз, но об этом мы поговорим в другой раз, а пока мы сосредоточимся на именно на браке Джо Димаджо, Мэрилин Монро, и на доме, где они прожили 9 месяцев. Вот здесь часто можно видеть голливудские маленькие туристические автобусы, но это вся вот эта вот как раз зона туристическая, связана с Голливудом. Если кто из вас приезжает сюда, пожалуйста, вы можете почитать сами. Можно взять экскурсию автобусную, конечно, это одно, и это развлекательно довольно, но тогда ищите кого-то из любителей, потому что, или смотрите цены, потому что за одну и ту же экскурсию с вас могут содрать очень много денег. Я знаю, что вот эти вот групповые туры, они очень дорогие. Обычно там 6-8 человек. Вот, по-моему, 600 или 700 или 1000 долларов. Поэтому, знаете, если вы едете в Лос-Анджелес и хотите брать экскурсии, вам придется платить. Ну или лучше почитайте, изучите сами, возьмите карту, возьмите Google, поговорите с местными, и вы можете сами создать себе тур. Я вам гарантирую, потому что все то, что говорит вам тур-гайд, все это доступно в Гугле для широкой публики. Так, вроде бы должен быть хаос с минуты на минуту. В интернете, конечно, фото дома выглядит роскошно. Средиземноморский стиль, очень-очень типичный и распространенный стиль для наших мест. Интересно, там башенная комната и какой-то особый деревянный потолок. Ну, это, конечно, я видела фотографии на, опять же, на Google вы можете посмотреть. В этих местах, что не дом, то какая-то история, связанная с Голливудом. Кстати, фильм, еще один фильм был, но не имеющий отношения уже к Мэрилин Монро. «Once Upon a Time in Hollywood». Он был снят, по-моему, как раз до пандемии. То ли в 19-м, то ли в 20-м году. С Брэд Питтом и Леонардо Ди Каприо. «Road Close Ahead», «Driving Hollywood Ball Events». Is going to be this side or that side. Я здесь плохо очень ориентируюсь, поэтому this one? Вот мы приехали, ребят. Так, сейчас, одну секунду, я возьму камеру и постараюсь выйти. Итак, друзья, вот 2393 Castilian Drive. В этом доме прошел медовый месяц Мэрилин Монро и бейсбольный игрок нью-йоркской команды Yankees прожили 9 месяцев. Вот такая история. Счастливая она или нет, за этими стенами мы не знаем, но, скорее всего, больше несчастливая, чем счастливая. Вот это все, что нам удастся с вами увидеть, потому что front of the building, туда дороги нет, и дом можно видеть только с дрона, запустить его над каньоном. Вот видите,
с другой там каньон, и, конечно, подъезда нет. Я думала поначалу, что мы сможем увидеть фронт-вью, но нет, увы, 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 это не так. Вот эти двери, ворота, сколько они помнят, да? Интересно, может быть, их даже и не меняли, когда-то здесь ходила Мэрилин Монро, счастливая, со своим мужем. Еще раз, это Голливуд Хилл, Кастильян Драйв, 2393, где когда-то жила Мэрилин Монро со своим вторым мужем. 9 месяцев всего. Это именно столько, сколько продлился их брак. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. До следующего видео. Отличного настроения, здоровья. Пока-пока. Привет из Калифорнии.